В следующем 2020 году новогодние каникулы сократят, они продлятся 8 дней. В последние два года каникулы были 10-дневными, они станут короче по так называемым техническим причинам. В этом году 30 и 31 декабря приходится на понедельник и вторник, это будут рабочие дни, а выходные 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, предлагается перенести на 4 и 5 мая. По Трудовому кодексу праздничные нерабочие дни на Новый год с 1 по 8 января, включая Рождество, 7 января. Роструд тоже заботится об отдыхе горожан. В ведомстве призвали начальников подумать о своих работниках в жаркую погоду. Для этого предлагается несколько мер. Одна из них – самое радикальное – сокращение рабочего дня. Если температура перевалила за 28 градусов, то чиновники порекомендовали уменьшить рабочий день на час. Если больше 29, то на 2, а при 30,5 – на 4 часа. Для тех, у кого работа – подвижный режим еще более щадящий, их трудовые часы должны пойти на убыль уже при 27 градусах. За графиком планового отключения горячей воды в Березняках можно следить онлайн. Эти отключения традиционно начинаются после окончания отопительного сезона. Чтобы горожане знали, когда и на какой срок в их доме пропадет горячее водоснабжение, необходимо зайти на сайт правительства Пермского края в раздел «Услуги и сервисы». Если в квартире нет горячей воды, а дом не будет обнаружен на карте сайта, об этом необходимо сообщить в раздел «Обратная связь», используя установленную форму. Новости коротко подготовила Евгения Кокшарова.